В России началась осенняя призывная кампания. Она продлится до конца декабря. За это время ряды вооруженных сил пополнят более 130 тысяч новобранцев. Около 1500 отправятся на защиту Родины из Югры. Сургут и Сургутский район традиционно формируют около половины всех призывных ресурсов автономного округа. Будущим солдатам предстоит пройти медосмотр. Свое заключение о годности вынесут терапевт, дерматолог, окулист, невролог и психиатр, а также отоларинголог. Те, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья, получат шанс показать себя в элитных войсках.